Hola, amigos! Как поживаете? Уверен, хорошо. Ладно. У нас Хэлло коллекция мастера Чифа, и как же давно нас здесь не носило, да? Что, пару раз погорим? Очень надеюсь, что сейчас у меня сетевой режим будет нормальный. Искаться. Ага. Носорог не разблокировал, да, но... Блин. Ладно. Сейчас давайте просто поищем какие-нибудь игры. Грифбол. Ага. Я хочу... Combat Evolved. Anniversary и... И, наверное, все. Давайте так. Будем искать все, что есть в этих двух играх. Несмотря на то, что многие возмущались, что они мертвы, у них по-прежнему играет много людей. Просто надо хотеть поиграть. Пожалуйста, дайте. Вообще, да, обидно, что в эти части играет очень мало народу. Они великолепны. И я сейчас не про бутерброды. Так, может быть, нам повысить громкость? Давайте так. Я не знаю, может еще какую-то часть подключить на всякий случай. Пожалуйста, ну повысьте как-то онлайн, там, добавьте задание. Не знаю, сыграйте 5 матчей. А, ну это классика. Сыграть 5 мячей в Combat World. Не, ну периодически они такие возникают, но вот сейчас только... Неудобно, в общем. Ладно, этого, кажется, будет долго. Давайте так. А может и получится. По крайней мере, танк на карте Blood Gulch. Поэтому я рассчитываю на него. Прям сильно рассчитываю. В принципе, давайте, наверное, повысим градус и подбавим еще и вторую часть классику. Может, что и появится. Надеюсь. Но очень хочется поиграть. Жаль, менюшку можно кастомизировать только с помощью модов. Зато музыка, она всегда приятна. Давайте что ли посмотрим, какая у нас броня. Потому что я уже чутка подзабыл. Так, ладно, дам. Возьми, тут все равно только по цветам будет отличаться, но... О, да. Неплохо. Что поставить? Не-не-не, давайте. О,
вот так вот и сделаем. И все-таки оставим красный. Кирпичный его. Он довольно хорошо выделяется. Да. Все же я вернулся к этой комбинации цветов, да. Здесь у меня вообще элит. А, потому что... неплохо. Ладно, пока что предел не ищем, хоть на спартанца будем смотреть. Опа. Да-да-да-да-да-да-да, игроков, игроков дайте. А-а-а! Ну почему? Дайте мне спартанцев, мне нужна кровь. У меня чашка пустует, мне нужна кровь спартанцев. Не, я не верю, что все пошли в инфинит. Не. Хотя потому что инфинит не у всех тянет нормально. У меня, например, она 15 кадров. На минимальных. Играть могу, да. Кого-то убиваю. Но не сказать, что получаю от этого большое удовольствие. Да и пусть это и инфинит, но это немного другое Хейло. А хочется побыть здесь, в классике. Я знаю, может по столкну ему сказать 3-4-3, я жду сервер. Может получится. Не, правда, что так долго ищет? Неужели, правда, в Combat Evolved стало меньше людей играть? Немного неудобная система поиска. Хоть игру отдельную создавай. То, конечно, это опыт хочу еще получать. Профиль, очки, сезон и так далее. Да, на вкус не очень. Пейте меньше газированной воды. По крайней мере, из светофора она то время не очень. На качество, если смотреть, то сэкономите пару бутылок со светофора, возьмете нормальную газировку там. Даже Кока-Кола. Или это... А может быть у меня поиск фильтрованный? Ну, как? Да нет. Все сервера... Все платформы, все устройства ввода. Я чувствую себя одиноко. Данную секунду. Ну, давайте просто так попробуем. Ага. А в принципе, давайте все. А потом будем на выбывание идти. Какую часть отыграли, то и вы исключаем из списка. Хотя, чего, а вот четверку я здесь, ну,
Не очень хочу. Да. PS Vita. Так. Опа. Странно. Ну да ладно, такие новости происходят. Не будем на них акцентировать внимание. Где? 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 Дайте мне сервер с бойцами. Но это можно зачитать. В настоящее время невозможно угадать, что выйдет впервые. Новая колда, новый айфон или новый вариант коронавируса. Неплохо. Что-то очень-очень долго ищет. Очень долго. Я не помню, чтобы она так долго искалась. Ну, может быть, будет один, но хороший матч. Ну серьезно, где? Уважаемые, если вы все ушли в Halo Infinite, так будьте добры хоть повесить табличку, что пусто. Не, правда, это как-то необычно. Та-та-та. Ладно, ребят, хорошая шутка, давайте. Я не хочу тут сидеть целый, блин, час. Какие карты ранговых есть? Блин, вот эта карта мне очень нравится, на самом деле. Не потому, что она какая-то сбалансированная, равномерная.
Потому что у него приятная стилистика. Ну, вот эта карта, ну, такая себе. Вот это, ну, средняя. Если вообще нигде не будет игроков, это будет грустно. Что мы тогда ты здесь делаем? Я пришел сюда не чтобы грустить. Вернее, чтобы грустить, но не в одиночку же. Понимаете, то ли бы дело, если бы я расстроился, что меня постоянно кто-то убивает, так меня даже никто не убивает, кроме скуки. Никого нет. Возможно, неправильное время для матчмейкинга подобрал, да? Сейчас же эти американцы спят в основном. Или... Я не знаю. Давайте хоть перестрелку. Может, хоть так будет. Ну давайте, да, тут одного человека будет искать попроще. Я, знаете, я бы теперь не был в этом так уверен. Так, на случай, если кто-то все-таки попадется. Yeah, I carved that myself. I'm very proud of it. Do I look like an ammo bank to you? Yeah, well, here I am. Need something, soldier? Something on your mind? Did you miss me? You need a weapon? You need a weapon? What are you looking at? Самый лучший голос перестрелки. Серьезно. Помню эти крики радости, когда я только его открыл. Я с ним потом целую неделю бегал. А потом навыходили эти сезоны, я не успеваю ничего нормально открыть. Коза. Нет, это не мое, это не наше, это не ваше. Вот это уже немножко не смешно. Это уже грустно. Я же вошел в аккаунт, правильно? А, это не GFN. GFVL. Не, чё? А, у них же там другие сервисы теперь. Может, у меня... Нет, у меня все установлено. А что тогда не так? Если мне придется идти самому. Не то, чтобы я сильно как-то возражал.
У меня есть друг, у которого уже было 2 Steam аккаунта. Первый очень-очень старенький. Его угнали. Он взял, купил второй аккаунт. Там было побольше игр, все такое. И он на нем сидел с 2015 года. В прошлом году я подарил ему коллекцию Master Chief. Мы начали вместе Combat Evolved. Потом он некоторое время не заходил в Steam. Потом казалось, что вовсе этот аккаунт у него угнали. Второй подряд, да. Начали писать поддержку особо ничего, потому что на первый как-то не реагировали. Вот он недавно пытался восстановить снова первый аккаунт. У него получилось. В течение часа он уже его полностью настроил на себя. Сколько? Он там лет 10 не было в том аккаунте, получается, да? Эх, я так иметь при снова не с кем играть в коллекцию Мастера Чифа. Однако, вроде у кого-то из моих знакомых он есть. Ну, ладно. Но это надо будет переспросить потом, и что-то упало. Да. Яндекс. Сейчас мне нужно найти мою Яндекс.Почту. Она где-то была здесь. Почта Яндекса. Как бы если в браузере, то оно должно быть нормальным. Ну а еще я знаете, вот о чем думаю. А зачем мы сейчас страдаем? Давайте уже пойдем в самостоятельную перестрелку. Может, надо перезайти в меню, ну, перевылететь в него, и тогда все будет хорошо. Мы обретем счастье в виде команды людей, которые играют как боты. Против нас будут киберкотлеты. Счет будет 49 к 3. Пожалуй, так и нужно сделать. Ладно, сейчас я почти устроил. Да ёлки-палки, а. Вот как... Ага. Блин, а почта Яндекса так-то удобная. Если бы еще можно было нормально открыть свой профиль. А, ладно, проще его сейчас переписать вот так. И да, мы заканчиваем с поиском и идем в самостоятельную перестрелку. Значит, я ставлю голос Джона. What are you looking at? At your armor, boss. At your armor. Так, теперь поменяем шлем. Да, это прикольно. И, в принципе, знаете, можно без эффекта пока что. Ну, только если этот. Он мой любимый. И все. Custom Firefight. Собака. Отлично. Нет, не думайте, что я произнесу свою почту вслух, а то еще будете мне спамить потом. Было уже такое.
Так, теперь куда нам бы нам пойти? О, я хочу с еретиками. Я хочу с еретиками подраться. А что, мы ж можем на себя настраивать, так что... Почему бы нет? Ага. Да, все равно настроим под себя. Значит, сначала карта. Крет... Инсталляция 0.4. Общие настройки. Ть. Огонь по своим. Был бы он еще здесь. А хотя... Да ну. Так, сенсоры. Это чисто под элитов на... Да. Вот спартанцы. А, ну это так. Под... Вот, пусть у нас будет случайное оружие. Давайте... Да, по стандарту. Я лучше вот просто стандарт поставим. А ладно, включить, включить, все. Чуть-чуть повысим урон. Хорошо. Да. Ага. Хорошо. Теперь перестрелки. О, нет. Ага. Это... А, они же там еще это, по... А, все. Основные волны, хорошо. Ага. Ага. Да. Еретики. И что-нибудь прям такое хорошее. Ага. Отлично. Боссы. Включить. Так. И в принципе... А, это только первый раунд был. Ага. Ладно, давайте сделаем так. Вот этих поставим. Да и все. Сценарию. А почему бы и нет? Так, ну,
нормальный уровень сложности и погнали. В этот раз теперь надо не тупить. Firefight. Spartan, we cannot let this area fall into Covenant hands. Ой, я это снаряжение не выбрал, забыл. Ладно. Set, start, skull, погнали. О, джетпак, серьезно? Так, а там у нас что есть? Как бы пока что спартанский лазер я не хочу брать. Но сейчас более-менее у нас Combat Evolved. Нормально. Не лазер, не лазер, не лазер. Потом. Все-таки шакалы, да? Точно, у меня же это еще союзники есть. Надо их спасти. Вот большие проблемы, если я останусь один. Кажется, я уже один. Нет, еще живы. Ой. Ой-ей-ей-ей. Мне приятный поворот событий. Scratch one, Covenant. Low on ammo. Under fire. Ой, десятишники. No time for a break. Нет. Где они? Сейчас мы с ним разделаемся. Вы же в курсе, что была в планах анимация на добивание охотника? Man down. Блин. I'm just getting started. Reinforcements. И еще один. Готов. Фу. Кажется, будет нелегко. Патроны уже на исходе. Это спецназначение? Не похоже. Что у них в руках? Это спецназначение. Будет плохо. Вернее, уже плохо. Сзади. Блин. Па-па-пам. Будем прожить. Чуть подольше. Cover me. I'm reloading. My target is down. Вот десятишник. Блин, если здесь боец вот еще уходит, это плохой знак. Это А. У нас не осталось союзников. Кроме него одного. И Б, мы сейчас будем сами по себе. Зато патроны дали. Отлично. Повторили Хейла 4.
Может, стоило побольше гранат взять? Я начинаю понимать, откуда появилось столько странного оружия в Halo 4. Давайте, подходите. Знаешь, что нет убийств со всех сторон. Я подкрадывался ко мне. Да где он? Мой союзник — это дерево, или он где-то... Люблю я эти анимации. Так. Пора бежать. Ой! Вот это уже было неожиданно. Банши. Что еще? Против Банши мне пригодится этот лазер. Надеюсь, он здесь не единственный. Давай, где ты? Это как-то быстро закончилось. Ладно. В этот раз должно пройти чуть-чуть лучше. Вон там внутри, я тебя слышу, малыш. Держись, у тебя вот сейчас условия проживания лучше, чем у меня. Так, ага. Сань, не можешь мне что сделать, а? Да я тоже себе ничего сделать сейчас не могу, хорошо. Вот здесь БР-ка бы подошла очень хорошо. Ай. Макака. Хватит по мне стрелять, что я тебе сделал? Почти нацепил. Ну, в принципе, я успел. Хорошо. Я восстал. Да сколько можно тебе по голове мазать? И у тебя лоб очень твердый, что ли? Что я с магнума его прострелить могу? Уйди! Чудовище. Как ты вообще еще жив был? Ну, давай тогда нашей встречи. Фух. Ой. Аккуратно. Еретики! Самое забавное, они существуют в перестрелке, но...
сюжете их нет. И поэтому это очень необычный опыт сражений. Безусловно, приятный. Нет, ты неприятен. Зато сколько патронов. И они пользуются этим оружием лучше, чем многие солдаты, как он. Зря, 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 зря. Ой, какая-то бесполезная способность. Она ничего не делает полезного, только снимает с себя гранаты. С одной руки стреляет, ну посмотри, а. Какой масштаб. Ведь у него получается. Демерка есть. Если я ее сейчас возьму, будет хорошо. Так. Что тебе надо? Так, ты не сделаешь этого. Что так много, а? В вашем этом ковенанте. И еще одна ДМРК. Уйди. Уйди, страшный. Банши? Серьезно? У меня нет сейчас спартанского лазера. Они почули, что мне не нравится расклад ситуации. И пошли на меня. Фрага. Да иди в бой. Ой, да ладно. У меня даже гранат нет. Смотри, какие наглые. Хорошо. Побежали отсюда. А, тут есть аптечки, хорошо. Ой, нет, 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 уйди, уйди прочь, я тебя не жалую здесь. Ну, кому как. Теперь остается только так стрелять. Понабежали здесь. Мне конец. Неплохо. Неплохо. Ладно. Погнали. Теперь это отряды. Ситуация не сильно-то и проще стала. Чё-то что-то генералы? О, спецотряды, правда? Это было весело. Ну, серьезно, больше не подходи ко мне так. Прикройте строй козни. Лети отсюда, птичка. Тебе пора валить отсюда. Ты прервал мою анимацию. Как тебе не стыдно, бессовестно ты животное. Ай. Он что сделал? Он что сейчас сделал?
Так, с тобой я буду драться твоим же способом. Прочь. Серьезно? Да ладно. Мне хороший знак. Ой, чувствую, это не подмога. Это подмога? Правда? Парень, скорее за руль. Скорее за руль. Да за руль, пожалуйста. Слушай, у нас очень плохая ситуация, очень плачевная. Если ты не сядешь за руль, нас взорвут. Тебя в первую очередь. Защити меня сзади. Ему конец. Остается только отомстить за него. Ну давайте. По одному, по одному. Опять еретики. Да. Они очень хорошо стреляют с нашего оружия. И меня это настораживает. One life left. Я бегу отсюда. А, они еще машину взорвали. Вот почему была доставка. Стоп. Ладно. У меня есть ДМРка. Пулеметчик. Он будет доставлять проблемы. Уйди. Нет, это вроде фельдмаршал. А, нифига, я в них еще не разбираюсь. Надо было сбить ту турель. Ой, пулемет. Короче, поехали отсюда. Что у нас здесь? Это плохо. Офигенно. Хорошо. No lives left. Хорошо. Я не знаю, что я здесь, да? Потрясающий бросок. Game over. Да я в курсе. Фу. Это нормальный уровень сложности. Мне казалось, что у меня легендарный. Они очень хорошую трёпку задали. 110 убийств. Это было неплохо, кстати. Теперь получится, спасибо. Нет? Попробуем еще раз.
Вот выпустили Halo Infinite на все платформы. Но там же что-то связано с пятеркой. Почему ее не хотят портануть? Вот это вот непонятно. Ладно, будем думать. Когда нас наконец загрузят. Я бы очень злостно пошутил, но лучше так не делать. Черный юмор в видео я как-то не хочу подпускать. По крайней мере сегодня. Он должен быть подходящим. Вы понимаете. Ай. Букеты. Причем здесь буфет? Не-не-не-не, это не нужно. Это не нужно. Чего только не придумают. Тем временем у нас все еще нет комнаты. Вообще-то немножко грустно. Ладно, это приятно. Это можно и переслать кое-кому. Ух ты. Надо посмотреть сегодняшний набор. И нет, все еще никого нет. Ёлки-палки, хоть в сюжет идти. Впрочем, почему бы и не пойти? О, давайте поизвращаемся. Да. Погнали. Кстати, там мы недавно на Ютубе выпустили какой-то эксперимент, что легендарный уровень сложности со всеми черепами вроде как даже сложнее лассо. Ну, когда-нибудь узнаем. They let me pick. Did I ever tell? Pickle Rick. Да. Все. Первое задание пройдено. Да. First squad, you're my scouts. Move out. Quiet as you can. Не покупайте сейчас что? А, чё, опять что? Не-не-не. Нас такое не интересует. А, точно, у нас нет интерфейса. Get to the river for evac. Что ж, у нас есть пистолет, у нас есть магнум. Let's get moving, chief. Come on, I'll lead you up. До сих пор смотрится хорошо. Ну, давайте попробуем. Совсем новое ощущение, да? Я понимаю, что это лассо, но с первого раза не перепрыгнуть дерево, это уже как-то... Bravo team, this is Johnson. We got him. Fall back to the extraction point. Over. Roger that. Reynolds out. Блин, если бы он играл со мной в Halo почаще, ему бы понравилось, что здесь живая растительность в этом плане. Такого даже не во всех Far Cry есть. А там почти везде природа. Угу. Интересно, как там дело в Halo Infinite с природой.
sounded close. Yeah, too close. Арбитр. Скажи что-нибудь, пожалуйста. Это для зрителей. Ну ладно, кадр хороший. Бу-бу-бу, какой ты серьезный стал. Ладно. Дайте залезть обратно, я это... Подскользнулся случайно, понимаете? Johnson, you be advised. Hostiles are on the move. I've got eyes on a brute pack. Over. Say again, Gunny, you're breaking up. Аккуратно, народ. Вы же в курсе, что здесь обитают опасные комары? Ты же в курсе, что у тебя потом проблемы будут, да? О! Офигеть! Теперь я понимаю, почему они сюда шли. У них есть... Да ладно! А я думал, почему они сюда идут? Не буду же стоять у фонтана, у водопада, как... Ёшки-кошки! Ладно, это все очень органично смотрелось, я верю. Ой, не нравится мне, что у него такая броня. Первое убийство и единственное. Пахнет бедой. Ой. Ты этого не делай. Да ладно. Ой, нет. Да. Это было жестоко. Но хоть калибровку не надо проходить каждый раз. Ладно. Арбитр. Фу, это будет тяжело. Bravo team, this is Johnson. Got it. Fall back to the Скольжение, это весело. Смотрите, я вот так могил. А, не получилось. О. Нет. Johnson, you be advised. Hostiles are on the move. Ну ладно. Say again, Gunny, you're breaking up. Кстати, это баг. Да-да-да, это баг. Классно. Sergeant Major, Phantom inbound. Так, сейчас у меня штурмовая. Теперь пищетулеть. Да, у него... Офигеть, они бросают. Арбитр, сделай что-нибудь. А может... Пусть они сами перестреляют друг друга, а я потом подойду. А возьмите меня с собой. Я могу карабкаться. Я... А правда, если бы не ограничение, я смог бы с ними залезть.
Прикиньте, если бы здесь был выбор, куда и как пойти. А где он? Кажется, я единственный выживший. Ненадолго. У меня даже гранаты нет. Ты подожди у меня, обезьянка. Я тебе... Ну, нет так нет. Знаете, я не буду с этим спорить. Объясню почему. Ладно, я не объясню почему, я просто не буду с этим спорить. Ладно, ну, что могу сказать. Осталось 10. Мы с вами жгучие перчики. Поэтому мы обязательно справимся с остальными. Наверное. У меня нет точных сведений на этот счет. Но мы попытались, мы посмотрели, что это весело, тяжело. И в одиночку это не сделать. Ну, по крайней мере, если не вот, вот это вот все вот так. У меня есть вариант попробовать включить все черепа на легком уровне сложности и вот так вот нагонять. Возможно, я потом попробую так. Возможно, в следующем видео. Ну, а пока спасибо, что пришли. Всем хорошего времени, приятного дня и до скорой встречи. Всем пока.